Представьте себе свой обычный будничный день. Вы двигаетесь по привычному маршруту, на работу, на учебу, на встречу, прокручивая в голове предстоящие дела или впечатления от прошедшего вечера. И вдруг впереди на своем пути вы видите мужчину лет 50, он лежит на земле в неестественной позе и этим самым вызывает у вас некое напряжение внутреннее. В голове у вас закономерно проносится поток мыслей, скорее всего, пьяный. Внимание не заслуживает. А если не пьяный, то наверняка к нему кто-нибудь подойдет. Я не в этот раз, я опаздываю, в следующий обязательно. Вообще, я где-то читал, что вот так вот, лежа на глазах у толпы, человек может и умереть, если к нему никто не подходит. Ну, в общем-то, должен же быть какой-то знак. В кино всегда есть человек, который кричит: «Вызовите скорую, мужчине плохо», а тут рядом никого. Итак, что вы будете делать? Добрый вечер всем, меня зовут Алексей Старков, я занимаюсь популяризацией оказания первой помощи пострадавшим и остро заболевшим людям. Моя жизненная миссия в том, чтобы создать в нашей стране систему массового обучения этим приемам и навыкам, и на этом пути я ищу соратников и партнеров. Наша задача — подготовить в идеале каждого 10-го жителя нашей страны для того, чтобы в любой ситуации, где есть пострадавший, нуждающийся в первой помощи, рядом с ним оказался хотя бы один прохожий, способный и готовый эту помощь оказать. От него не требуется ничего сверхъестественного. Все приемы и навыки максимально примитивны, но в такой ситуации они действуют на спасение жизни. Итак, первое, что нужно сделать, это убедиться в своей безопасности и безопасности пострадавшего. Если есть какая-то угроза, ее нужно постараться устранить. Если это невозможно сделать, то собой рисковать нельзя, придется обойтись вызовом оперативных служб и наблюдать со стороны. Здесь эффективно работает довольно грубая, но достаточно меткая поговорка: один труп всегда лучше, чем два. Если угрозу вам устранить удалось, мы подходим к пострадавшему, и дальше у него нужно проверить признаки жизни. Первым проверяется сознание. Мы осторожненько тормошим его за плечо и что-нибудь кричим в сторону лица, привлекающее внимание. Откройте глаза, что случилось, как пройти в библиотеку, неважно. Нам нужна ответная реакция. Если хоть какая-то реакция на наш оклик и прикасание к плечу появилась, открыл глаза, застонал, заулыбался, сказал: «Проходите, пожалуйста, мимо, просто я здесь лежу на мусорке, отдыхаю». Мы можем выдохнуть, человек в сознании, он дышит, его сердце бьется, все не так плохо, как могло бы быть. Дальше его нужно быстренько осмотреть с головы до ног на предмет кровотечений, если они найдены, зажать их, остановить и вызывать скорую помощь. Если же в ответ на нашу проверку сознания человек не отреагировал совсем никак, мы получаем первый опасный сигнал: у него нет сознания. Не разбираясь, почему это произошло, почему он потерял сознание, у него нужно быстро проверить дыхание. Делается это через запрокидывание головы и поднесение уха и носа, и поднесение своего уха к рту и носу пострадавшего. Глазами мы смотрим на грудную стенку, и в течение 10 секунд мы пытаемся увидеть дыхание, услышать его или почувствовать ток выдыхаемого воздуха на щеке. 10 секунд достаточно для того, чтобы определить, есть дыхание или нет, нормальное оно или какое-то неестественное. Если дыхание вам не нравится, кажется ненормальным, считайте, что дыхания нет. Определять пульс в такой ситуации бывает затруднительно, поскольку эту волшебную точку не так-то просто найти. И если вы в этом постоянно не практикуетесь, как медицинские работники, трясущимися руками нащупать точку каротидной пульсации будет сложно. Поэтому определение сознания и дыхания даст нам достаточно информации для принятия решения. В такой ситуации, если дыхание нам не нравится или его нет совсем, вы понимаете, что в такой ситуации счет идет на секунды. Это та самая внезапная остановка дыхательной и сердечной деятельности. Каждая секунда работает против жизни пострадавшего, поэтому необходимо как можно быстрее начинать сердечно-легочную реанимацию. Любые сомнения в такой ситуации, нужна она или нет, трактуются в пользу начала этих действий. Лучше попробовать компрессии, искусственную вентиляцию, получить негативный отклик от человека, возмущение, кашель. Но мы поймем, что он жив, и слава богу, мы ошиблись. Чем терять драгоценные секунды, множа количество погибших клеток в коре головного мозга. Если же все не так плохо, и человек все-таки дышит, пусть даже он находится без сознания, ожидать приезда скорой помощи ему будет безопаснее на боку. Стабильное боковое положение уберегает его от западения языка и проблем с дыханием. Лежать на боку безопаснее всего, покуда человек находится без сознания и не контролирует тонус своих мышц. Несложно, правда? Но зачастую вот эти вот простейшие действия
дают человеку несколько секунд, несколько минут жизни, позволяют нам выиграть небольшое время, необходимое для прибытия бригады скорой помощи на место происшествия и подключения всего арсенала медицинских знаний и средств для спасения жизни человека. Нам часто не хватает одного очевидца, способного это сделать. Кстати, вызывать скорую помощь мы будем по номеру 103 или 112 и сообщим туда подробненько, где мы находимся, как к нам проехать и что случилось с пострадавшим. Я уже 16 лет занимаюсь преподаванием, и из них 10 лет активно обучаю приемам навыкам оказания первой помощи. И зачастую люди, которые приходят ко мне на занятия, имеют представление, о чем пойдет речь. Кто-то с этими знаниями сталкивался в школе, кто-то читал в интернете, готовясь к путешествию, кто-то служил в армии. Мне лишь остается упорядочить и упростить накопленные знания и развеять наиболее популярные страхи на эту тему. К примеру, кому-то из слушателей нужна простая схема остановки кровотечений. Нужно понять, что нет смысла и времени определять оттенок крови, вытекающей из человека, как это пишется в древних учебниках. Рану нужно как можно быстрее зажать, остановив кровотечение и не дав человеку потерять критический объем крови и умереть от геморрагического шока. Кому-то необходимо нормативное обоснование того факта, что, оказывая первую помощь, он не может навлечь на себя никакое судебное преследование. Независимо от того, выжил пострадавший или нет, пусть даже первая помощь была оказана не так идеально, как это написано в учебниках, он уже молодец. И хвала ему за то, что он подошел бы, пытался что-то сделать. Преследование здесь исключено. Задумайтесь. По статистике, ежегодно в России только в ДТП гибнет свыше 20 тысяч человек. По некоторым исследованиям, четверть из них могли бы имели шанс выжить, если кто-то из очевидцев оказал бы им первую помощь на месте происшествия в первые минуты после полученной травмы. Четверть. Нам зачастую не хватает одного человека, одного очевидца, способного и готового эту помощь оказать. Я со своими коллегами пытаемся построить систему, создать движение, которое бы позволило в масштабах страны подготовить одного очевидца, но для каждого инцидента, где есть пострадавший, нуждающийся в оказании первой помощи. Это несложно. В сложных ситуациях работают только простейшие навыки. На курсах первой помощи хороший, грамотный инструктор расскажет вам о том, что реанимацию нужно проводить в соотношении 30 компрессий к 2 вентиляциям. Он покажет вам секретную точку в центре грудной клетки, куда нужно поставить основание ладони и всем весом, наваливаясь, делать компрессии во время реанимации. Он покажет вам, как нужно сложить руки в замок, поставить на верхнюю половину живота и выполнить толчок, если человек поперхнулся и задыхается из-за инородного тела в дыхательных путях. Но для вовлечения, для обучения миллионов наших сограждан этим навыкам этого может быть недостаточно. Поэтому высококлассный инструктор проведет вас через ситуацию, где вы встретите сбитого пешехода, лежащего на дороге, увидите электромонтера, упавшего со стремянки, встретите своего соседа по даче, который выбрался из горящего дома, и вот пройдя через этот квест, вы будете точно знать, как действовать в такой ситуации, и уйдете с курсов первой помощи победителем. Поэтому мы не обучаем первой помощи, мы в нее играем. Возможно, кому-то из вас интересно, что же случилось с тем мужчиной, лет 50, которого мы встретили в самом начале моего выступления. С ним все в порядке. У него случился эпилептический приступ, он без сознания, но дышит. Но вы молодцы, потому что подошли, убедились, что он в безопасности, проверили сознание, дыхание, повернули на бочок и вызвали скорую помощь. Самые простейшие навыки, самые простейшие приемы, которые способен использовать очевидец в непонятной для себя ситуации. Обеспечить безопасность себе и пострадавшему, проверить признаки жизни и поддержать их, остановить кровотечение, вызвать скорую помощь. А еще вы молодцы, что остались рядом с ним до приезда скорой, и защитили его от тех, кто пытался причинить ему добро и нанести пользу. Расковырять ему рот, разжать челюсти, достать язык и сделать из него окончательно инвалида. В заключение, мне хотелось бы, чтобы вы вдохновились этой идеей о создании движения по оказанию первой помощи, системы массового обучения. И в следующий раз, когда вы столкнетесь с информацией о первой помощи, уделили ей чуточку больше своего внимания, помня о том, что эти навыки реально могут спасти чью-то жизнь. И кто знает, возможно, эта жизнь будет вашей. С вами был Алексей Старков. Берегите себя.